30 ноября, Рабочий проспект, поворачиваем Гагарина. Прямо перед вами католическая церковь. По правую сторону, по ходу движения. На ее открытие и освящение приезжал Папа Римский, Иоанн Павел II. Собственной персоной. Кто-то долго, очень упорно говорил. Все хлопали, никто ничего не понял. Плохого же он не скажет, правильно? Так что вот так. Улица Гагарина, бывшее название. Гагаринский мост. Пятое ноября. Меня зовут Михаил Арискеров. Легкая музычка, пожалуйста. Прямо справа чайная фабрика. Поворачиваем на Первомайскую улицу. Thank you.
свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не слышны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Своё призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам творцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Справа корпус оси. Цветочная поляна, наши стены, сосны и лианы, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Совершенно посторонний. Не из нашего. Конечно. Thank you.
проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, то, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Дети, что измельчало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Еще название Басина, ныне Физулей.
Это улица Басина. С левой стороны видите забор. Все, что там были такие постройки раньше, в те времена, все это было снесено. Теперь там строится пока что подземная многоярусная парковка. А потом на этом месте будет сооружен зимний бульвар, как там обещают. Посмотрим, если не врут, то будет красиво. А теперь мы двигаемся в сторону круга БШКД. Прямо перед вами театр Астрамы имени Физеви. Поворачиваем налево, едем вверх по бывшей улице Губанова. Новое название, к сожалению, никак не запомню. Крик и радости некоторых патриотов, так называемых. Прямо здание, какое-то раньше там было советское время министерство, я не знаю. А перед ним памятник женщине, снимающей себя чадру. Освобожденная женщина Востока. Я ее называю шутку мать героини почему-то. Аптека Чебурашка. Здание заново облицевали. Ну что ты мигаешь? Левее от здания с памятником. Вход в метро Низами. Сейчас я разверну камеру. Может быть, поймаете в кадр его. С правой стороны будет карамельная фабрика, чуть погодя, после этой новостройки. Музыка. Здесь прожито и понято немало. Был голос рок, не был дедом, но ты домой с победой.